Хотыща! Здорово, ребята! С вами Варпач, Кофе Excel. И посмотрите, какое большое лобби подписчиков. И сегодня мы с вами поиграем в CSGO Маньячка! Всем здорово, друзья! Че, пацаны, синтол? Че, синтольчика, пацаны, да, руки-базуки, как говорится. Или че, кого, пацаны, аниме? Хочу пожелать вам, конечно же, приятного аппетита, приятного просмотра. А мы погнали играть на самой лучшей карте в CSGO. Она реально очень крутая. А мы погнали! Голенький! Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Ребята, еще важная новость. Если вы хотите всегда оставаться в курсе, когда же новый маньяк и как попасть к нам в лобби, то заходите по ссылочке в описании в группу в Steam. Там вы всегда будете знать, когда мы собираемся в маньяка и попадете в эту огромную очередь с ребятками. Ну что, пацаны, я с помощью синтола я сделал себе. Ты посмотри просто на это. Ну, ты знаешь, ты такой большой маленький немного. Такой странненький немножечко. Так, Кирюх, куда время-то мало? Я предлагаю прятаться вот сюда, ребят. Так, у меня есть нычка, так, я буду закрывать. На другой стороне, Кирюх, сюда. Не-не-не, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Олег, Олег. Да. Ой, муравьишки, идите ко мне. Ой, подожди, а где Илья? Илья уже вышел? Ой, кто-то. Илья вышел? Я надеюсь, вы не запалили, как сюда попасть? Я, походу, запалил. Ой, все! А можно, пожалуйста, было не палить, а? А можно было, пожалуйста, не палить? Так, подожди. Так. Подожди, а здесь, по-моему, еще есть. Что здесь за... Здесь так красиво. Я звуки на минимум, чтобы не ты. Так, пошел нафиг, Илья! Ну ты вообще, ты так быстро меня убил. Кирилл, посмотри на меня, Кирилл. Подожди, где ты? А, все. Ты серьезно? Здесь так красиво. Капец. Я не перестаю дышать. Красавчик просто. Илья, ты не понял подсказку? Илья, ну ты вообще. Ну ты вообще. Минус фиолетовый Олег. Вот смотри, типа, кто нажал на колокольчик в стиме, тот это зашел к нам в лобби и сейчас играет. Руки молодцы. Красавчики. Ой, большие какие вы, улетели, да, туда? Илья, в прошлом раунде ты нас очень быстро нашел, я вижу, тебя там дверка-то уже открылась. Ой-ой-ой, Кирюха, давай, я прям за тобой. Подожди, подожди, пойдем. У тебя есть нычка? Да, есть нычка. Есть. Иду. Просто иди за мной. Я нашел вас быстро с помощью своего круга. Просто оля-ля сюда. Оля-ля, здесь оля-ля вот сюда можно. Подожди, так, лучше давай, вот здесь, лучше посидеть. Не-не-не, я знаю, ты куда думаешь? Я знаю. Ну пойдем, хорошо, так, пойдем. Смотри, тут на самом деле очень много нычков. Слушайте, тут дом очень большой. Я сейчас как выбежу и буду как двоечку прописывать. Как двоечку прописал. Чу, а как туда попасть? Я не знаю. Подожди, я не знаю. Подожди. Оп, оп. Никак, походу. Не-не-не, мне кажется, можно. Я в поисках синтола. Я в поисках. Где? Кирюх, за мной, Кирюх, срочно, Кирюх. Понял. Я его чувствую. Смотри, я чувствую. Вот так вот, вот я так знаю, вот. Что можно попасть туда и вот оттуда уже где-то, туда перелезть. Вот подожди, вот. Во, точно, да. И вот отсюда можно... Все, изи-нычка. Маньячок! Ребята, кстати, хочу сказать, что вы предлагали нам такой... Ой, здесь гранаты можно было взять. Вы предлагали нам идейку записывать с большим количеством подписчиков. Ну вот, пожалуйста, получайте. На тут в лобби, я даже не знаю, сколько человек, но дохренище. Это вы? Оп! Нет. Это не мы. Шо врём? Это не мы. Оп! Подожди, что там это? Что-то телепорт... Илья! А ну спустись! Спустился вниз! Спустился! А спустись! Я честно залез! Ты нечестно залез! Я клянусь тебе богом, клянусь синтолом! Дай проверю! Как ты залез туда? Ты залетел на ноуклипе! Да не залетал я! Я синтолом поклялся! Вы посмотрите, ему в актеры можно пойти! Подожди, как ты сам? Ну-ка залезь! Залезь, подожди, залезь! Хорошо, смотри. Залезь, смотри, ну-ка. Смотри, вот так. Ну? Открыл. Я поднялся. Лол, мы с тобой, Олег, это... Мы с тобой что-то это, аутисты, походу. Что-то мы не смогли. А почему я вас нахожу сразу? Не знаю, у тебя... Меня просто на Лего тянет. На Лего тянет? Да, тянет на Лего. А что ты привел-то сюда? Я не знал, что ты тут. Ладно, смотри. Нырк!
Оп! О, простите, пацаны! Не знал! Отвечаю! Не знал! Тихо. Да ты бесишь меня! Ну все, простите! Не знал! Пофигу, мама, рука стрит, что пусто, ну давай, пробежал. Давай, 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 вот сюда, нет, ты сюда, 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 Я запутался в двери, блин! Я аж испугался. Так, пожалуйста, у меня 5 хп осталось, не надо тут по мне стрелять. Смотри, оп! Оп, убежал, теперь отгадай, в какой я. Ран, Вася, ран. Вар, варпа, ран, варпач, ран. Тупой я. Где ты? Я не завидую. А можете, пожалуйста, СВ Инфинити Амму прописать, если так сказать? Да, можем. СВ Инфинити Амму, пожалуйста. Да, прописали. Так, а где, где, кто? У кого нычка? У всех нычки есть? У меня есть. Да, даже у меня. А где ты? А, вижу, вижу, иду, 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 иду. Пацаны, все за ним, все за ним. Так, куда, Олег, куда, куда? Так, Олег, подожди, Олег сейчас уже должен открыться, выйти, да? Уже открылась, ну шо, гайс, я готов сюда, вас искать, я знаю, где вы, хорошо. Я знаю, что ты, прям здесь. Ребят, слушайте, хорошая, нычка хорошая, я предлагаю я здесь рассосаться так по всей длине, так сказать. Здесь нет, я знаю, что вы тут. Да, я знаю, супер, ниндзя, черепа. Ой, а куда, куда? Телепорт? Я да. знаю, что вы тут. Я знаю, так, что вы тут. Я не буду туда лететь. А что так вдруг? А что такое? Мы подождем Олега тут. Не надо ждать. Олег, никого. Мы в канализации. Оле... Знаешь, как туда попасть? Да он не знает, как туда попасть. А нет, знает, 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 знает. Так, Олег, мы в канализации, можешь попробовать ничего, сюда попасть. У тебя микрофон шумит, братан, не шуми, пожалуйста. У кого, у меня? А, не-не-не, там Райзер, да, он да, говорит у микрофон. Тебя, у тебя, выключи, пожалуйста, хорошо, давай, все, так. Я попробую. Давай, Олег, мы в канализации. Сейчас, я смотрю, мы тут вообще ищу. Черепашки. А как в канализацию-то попасть? Так, подожди, да, мне нужно спуститься здесь... вниз. Сейчас посмотрим. А сейчас это что такое? Смотри, тут олдфаги. Да это что такое? О, реально ай, подожди, здесь же можно сюда еще так попасть. Ну нахрен. Через дом еще можешь попасть, Олег. Через какой дом? Через именно дом. Тут? Оп, здорово! Так. Здорово, пацаны! Нормально так. Я понял, ты нашел, да, их? Ну, походу, да. О, я понял. О, ребят! Ну что, тут черепахи, что ли, че? Нет, черепахи. Да, Мне самое главное, я нашел как бы того, как бы, самую главную мою цель, как бы, вот. Да, это, Илью ты нашел. Ты меня не нашел, я сам тебя впервые нашел. Я тебя нашел, убил впервые! Я тебя нашел. Я из окна прямо себе в объятия выпрыгну. Уже другое. Смотри, Олег, можешь в контейнерах поискать? А, можешь поискать, да, в контейнерах. Контейнеры. Контейнерах. Я тут такой это. Кто тут в теремке живет, а? Вот смотрю, у елочки бегает. Ой, здрасте. Ой, до свидания. Ой, Кирюха. До свидули, до свидули, как говорится. Телепорт работает. Да. А что ж ты не сказал, что знаешь, что там телепорт? А я знаю, что там телепорт. Ну все, все. Сейчас я вас всех найду, вообще на изи. Ой, ну-ну-ну-ну. На изи. Ну, чтобы показать профессионализм, ребята, ну, нужно стать профессионалом. Ой, кто давай, там окно синтолом, сломал, синтолом я не понял. Пользоваться вообще, синтолом, да, надо руки-базуки. А что там кто-то хороводы водит, я не понял, а? А что там кто-то бегает, а? Ракетка-котлетка тут бегает, а точнее, кибер-котлетка. Ой, бегут два пацана, ой, бегут. Ты, Крюха, понимаешь, да, что? Ой-ой-ой-ой. Пацаны, драки. Ой, двоих сразу нашел. Сразу двоих, сразу минус два. Сейчас еще остальных найду вообще. Меня найдет. Не найдешь, я как элемент декора такой красивенький. Найду. Вот. Знаю все нычки на этой базе. Воропач. Воропач. А я долечу туда. Так, ой, так, реально. Так, здесь никого, да. Я думаю, в этом доме никого уже нету. Так, как насчет вот этого домика? Срочно сваливать отсюда. Или вот этой нычечки, опачки. Так.
Здесь никого нет сразу. Я по карте сразу прочекал, никого нет. Ну ладно, нету, так нету. Ребят, тут не так сложно искать. Олег, это ты наверху? Когда знаешь все... Опа! Нычки, опачки! Здорово! Здорово! Ты не долетишь, ой, Кирюха, подожди. Не долетишь. Я понял. Не получится. Хорошо, не долечу, так не долечу. Что, сложно, что ли? Я поднимусь. Мы люди не гордые, понимаешь, тут сибирские пацаны, они могут и подняться. Ох, Серовчик, поднимайся. Так, подожди, а как туда попасть? Секундочку. Подожди, вот здесь вот так, если сделать, и вот здесь вот так вот. Олег. Здорово, Кирюха. Так, подожди, а как тебе туда попасть? Прикол в том, то, что Кирюх пока-то думал, как забраться. Да. Мы, короче, с Ильей, ну, спрыгнули вниз и... Давай. Олег. Где он? Опять это наверху, это запись, знаешь, как... А как? Подожди, а как туда попасть-то, а? Это очень все просто. Ой. Тебе сначала нужно на чердак забраться, а потом... Да, я понимаю, что можно через тот дом запрыгнуть, но подожди, я хочу... Не-не-не, не через тот дом, именно на чердак этого маленького домика. Подожди, он опять сейчас... Он упал и поднялся опять наверх, подожди, тут где-то телепорт, да? Да. Тут их целых 6. Серьезно? Целых 6 телепортов? Да. Где-то в углу. Подожди, где, в каком? Он, смотри, тебе надо входную дверь, помнишь? Да. Закрою, входную дверь. Сука. Подожди, в каком-то углу? Не, он прям на двери стоял. А, ты здесь, что ли? Сука, я косой. Ну, я и косой. Я думал, то, что ты... Главного мы нашли. В другом углу стоишь дома. Так, а где чуваки? Так, сейчас найдем. Ну, они вообще все в разных местах. Ну, я хорошо. Два ниже черепашки. И третий. Подожди, где-то... Гагишка. Ты переименуешь свой канал Гагишка Ченнел. Гагишка. Ник прям реально классный. Подожди. Гагишка. Стоп. Гагишка Ченнел. Где-то слышал. Чувак еще в чате... Они все ниндзя-черепашки? Не, чувак еще типа в чате посмеялся, типа такой ха-ха-ха, будто услышал. Да, реально. Да, он с нами подслушивает, пацаны, прослушка везде. Да-да-да, хорошо. ГГшка, я бегу за тобой. Так, чё, все ко мне. Так, ну слушайте, 15 секунд осталось, я не успею, к сожалению. Ну, у тебя есть ноу-клип. Знаешь, так это, смертельное оружие, у меня есть ноу-клип! Ну ладно, пацаны победили, что тут говорить, я уже начал ноуклипить, а третий там в конце, да, остался. О, братан! У нас тут свой среди чужих, короче, мы прописывали команды, но никак не получается, чтобы Олег зашел за нас, поэтому Олег будет за нас, но не за нашу команду. Так проблема в том, что на карте будет показано. Да никто не догадается. Они не догадаются. Что ты проживаешь сразу? Киберкотлетка вылетела одна, причем, прикинь, из этой штучки. Ой-ой-ой, сколько их бегает, а? Сколько их там? Куда прятаться, пацаны? А я не знаю. А меня-то они не убьют, пацаны. Я могу бегать. Ты можешь прятаться туда угодно. Чё? Спасибо. Изи-пизи. Меня нашли, пацаны. Меня раскрыли. Тебя раскрыли? Ну, да. Нормальная тема, бывает такое. Так, подожди, а я хочу посмотреть, а вот туда можно попасть? Главного как-то? Маньяка. Олег, вот сюда можно попасть? По-моему, а ты не можешь. Кирилл. Тебе запрыгивает один тип. Да, где? Где он запрыгивает? Никто не запрыгивает. Так, подожди, главное, чтобы они сюда телепортнуться не могли, это самое главное. Так, я на полном пределе, ребята, я-то знаю, как сюда попасть. Надеюсь, они не знают, как сюда попасть. Ну-ка. Слушай, они все вокруг меня столпились. Я знаю, как попасть. Если бы меня не убили, я бы добрался. Ой. Срочно обратно. Красава. Все, я назад. Так, я знаю, как сюда попасть. Кирюх, хочешь челлендж? Кибер, он на одну клипе залетел. Ясно. Котлета, алло. Смотри, Илья бежит такой. Дын-дын-дын. Или подожди, или его подсадили. Нет, там вообще-то подъем наверх вроде. А, или нет. Подожди, в смысле?
Они просто, знаешь, они как... Они как в Rainbow Six оккупировали, все, хода тебе, Илья, все, я тебе говорю, просто это без шансов тут вдвоем против стойких маньяков играть. Маленькая миниатюрка, как меня убили, гагышка, давай, оп, 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 смотри, они вот просто, они эволюционировали и просто... Просто подсадочкой убили. Эволюционировали, капец. Знаешь, просто, я не знаю, они прошли какой-то этап и сделали это. Красавчики. Вот, видишь? Соси большой. Все, это вообще нормально. Красавчики. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился такой угарный и прикольный маньячочек. Если вы хотите больше такого маньяка, то обязательно ставьте лайкусики и подписывайтесь на все наши каналчики. А если нажмете колокольчик, то вы один из первых узнаете о выходе нового видосика. Также ссылочка на карту будет в описании. И вступайте в группу Steam, чтобы всегда быть в курсе и, как сказать, чтобы попасть в маньячка. Сегодня с вами были Варпач, Exile и Кофи. Всем спасибо и всем покусики! Всем пока, ребята! Ебой всем обоим!